Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Доброе утро, уважаемые зрители. Бүгін 12 тамыз, 12 августа. Мен қазір Орал қаласынан Ақтөбе қаласына шығып бара жатырмын. Сейчас я выезжаю из города Уральск в сторону города Ақтөбе. Проехал отметку Ақтөбе 473 километра. Сейчас вот еду по объездной дороге, который находится вокруг города Уральск. Здесь вот с правой стороны есть старый пункт полиции. Сейчас, видимо, он не работает. А здесь находится мост через реку Жайык. Сегодня из города Уральск выехал в 8:30 утра. Утром было холодно, всего лишь 20 градусов. Ночью было довольно прохладно. И сегодня посмотрим, сколько будет градусов в обед. И, конечно же, за сколько мы доберемся до города Ақтөбе. Уже нахожусь на трассе Уральск-Ақтөбе. Я думаю, если вы смотрели предыдущее видео на канале, там было видео про дороги. Мы как раз ехали из Ақтөбе в Уральск. По состоянию дорог, то есть что к чему и так далее, я все рассказывал. Вот сейчас в некоторых частях данной трассы идут ремонтные работы, перекладывают асфальт, и также есть, конечно, участки, где так себе дорога и старый асфальт. Сейчас вот я еду по хорошей части, и таких частей будет несколько. Супругу с детьми оставил в городе Уральск, у родных. И в Ақтөбе еду по одному проекту. В скором времени обо всем узнаете и, конечно же, увидите на канале. Можно сказать, что примерно 80% дороги Уральск-Ақтөбе в хорошем и нормальном состоянии. 20% есть прям такие плохие участки и как бы идут ремонтные работы. Ну, надеюсь, в скором времени все это закончат, быть может, до конца этого года. Вот, и дорога будет в целом очень хорошая. По данной трассе ездят очень много грузовых машин. За 2 часа добрался до населенного пункта Жампита. На данной заправке какие-то технеполадки, сказали, света нет. И пока нельзя будет заправиться, еду дальше. Жампита. Чуть дальше населенного пункта Жампита. Здесь вот кладут новый асфальт с левой стороны от дороги. Сәтті сапар, Ақтөбе облысы. Хош келдіңіздер. По пути есть вот такие меловые горы. Интересно, есть ли у них какое-то название. И возят ли сюда туристов. Төрт жарым сағатта Қобда ауылына жеттім. Добрался до населенного пункта Қобда за 4,5 часа. Ақтөбе 60 километров. Из Уральска до Ақтөбе добрался за 5 часов. Еду сейчас где-то на окраине города.
Это, кажется, объездная дорога, что ли. Ну, что-то в этом роде. В Ахтубе сегодня плюс 33 градуса. Так, вот, Аля Молдоголова Данглы. И мы как раз выскочим в сторону центра. Какой интересный перекресток, однако, здесь такой. Тоже здесь что-то строится. С правой стороны, видимо, будет новый АЗС. И сейчас мы заезжаем в сторону центра. Вот тут какое-то заведение, видать, на горке написано. А, ну мы сейчас находимся на горке. Ха, прикольно. Это, видимо, какие-то новые районы. Здесь прям новые ЖК. И еще строится. Выглядит красиво. Ну что ж, предлагаю в этом видео немного покататься по городу Ахтубе. Будет такая небольшая автопрогулка. Здесь вот такая справа находится теннис орталығы. Новое здание. Тут вот Лимпопо магазин есть. Что-то дорога резко испортилась. На эту улицу нужен новый асфальт. Вдоль данной улицы есть вот тротуар, дорожное освещение. Так, если память не изменяет, это вроде как проспект имени Али Молдоголовой. Просто пока что нигде не могу найти табличку и прочитать, так ли это. Вот здесь какой-то ремонт идет. В этой части дорога стала получше. Местные автобусные остановки. Видимо, там внутри есть кондиционер, а летом может быть отопление. Ну, по поводу остановки, конечно, под вопросом, так как большинство людей находится на улице. Может, там этот кондиционер и нет. А здесь, оказывается, большая часть даже магазин есть. Автовокзал прямо, аэропорт направо, Астрахань, Шымкент прямо. Әуе қорғанысы күштерінің әскери институты с правой стороны. Здесь справа Казахстан темир жолы. Там впереди есть какое-то интересное здание с левой стороны. Это, видимо, надземные пешеходные переходы.
Здесь вот есть направление на аэропорт Авижай и Актобе Конак Үйі, гостиница Актобе. И очень много камер. Продолжаю ехать по той же самой улице. Подземные пешеходные переходы, они, смотрите, полностью такого закрытого типа. Интересно, почему так сделано. Проспект 312 стрелковой дивизии. Где-то там впереди вроде. Электросила. Направо показывает стрелкой ТРЦ Керуен есть. Поднимаемся на мост. Мост через железную дорогу. Теміржол вокзала направо, автовокзал направо. Здесь справа, видимо, какой-то развлекательный центр. Кажется, аквапарк. Юрта Пул, кажется, что-то вроде. Слева Анвар гипермаркет. Далида центр. АЗС Компас. Здесь находится Мега Шығыс. АЗС Батыс Жер. Слева здесь ковры продают. АЗС Мунай Венемдере, нефтепродукты. Все просто и ясно. West Motor Service.
Илек. Сегодня буду ночевать на базе отдыха Гринланд в направлении вот Кирпешзауте. Однако загруженный здесь мост. Какой ужасный выхлоп. Стоим в пробке на мосту. Классно, там народ на речке купается. Столько людей прям. Отдыхают люди. Вот тоже бы сегодня на речку попасть. Свадьбу сегодня гуляют. Актюбинский кирпичный завод здесь находится, с правой стороны только что проехали. Там на холме что-то есть, какой-то памятник. Надо будет тоже как-нибудь туда попасть. Так, ну пока что давайте на базу отдыха заселимся, отдохнем. Направление на Гринланд, по всей видимости, мы уже подъехали. А вот все, вижу. Я благополучно добрался до базы отдыха Гринланд. Ух, енді осы жерде қаламын, демаламын. Буду здесь отдыхать. И тоже хочу отдельно снять обзор про Гринланд. Также позже будет обзор еще один на город Актобе. Обязательно погуляем пешком, посмотрим центр, что есть, что интересного. Вот, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А на этом все. Рахмет, сау болыңыз. Спасибо и до скорой встречи.